у нас имеет. Еще один пожар произошел сегодня утром. Около 8 часов в деревне Ешкильдина Канашского района загорелся дом. О возгорании сообщили соседи. После тушения огня на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин. 44-летнего хозяина жилища и его 56-летнего односельчанина. По данному факту, Канашским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Чувашии проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В целях экспертного установления причин возгорания и смерти погибших назначены пожаротехническое и судебно-медицинские исследования соответственно. Проверяется как версия возникновения пожара в результате неосторожного обращения с огнем при курении, так и другие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.